Скандальный французский комик Дьедоне Мбала, на которого в последнее время обрушился целый поток обвинений в расизме и антисемитизме, одержал редкую победу в суде. Он был оправдан по делу о видео, на котором призывает освободить мужчину, убившего еврея в 2006 году. Прокуратура требовала для актера 200-дневного тюремного срока или выплаты крупного штрафа. Однако на этот раз суд оправдал Дьедоне, поскольку не нашел достаточных доказательств того, что комик самолично выложил это видео в интернет. Французские суды различных инстанции 6 раз выносили в отношении Дьедоне обвинительные приговоры за разжигание ненависти против евреев. В январе несколько представлений с участием актеров, которых он насмехался над евреями и Холокостом, были запрещены во Франции из соображений общественной безопасности. На этой неделе МИД Великобритании без объяснений отказал Дьедоне в визе на въезд в страну.